здесь вот два. Ну, два, почему два я сделала? Два, потому что мне просто как бы нужно было посмотреть, как будут ложиться короче, длиннее. То есть я себе сделала и примеряла, какой паричок как бы лучше. То есть поэтому я, ну, эти покороче, эти подлиннее, а это если туда, а если это туда. То есть вот такой одна связочка. И еще вот такая, я ее немножко сейчас расчешу, вот, и еще вот такая, значит, связочка. Ну, то есть наматываете сколько там, это самое, допустим, 10 на 4 пальца где-то, вот так. Это пряжа тонкая, и я ее пришью вот здесь. Вот так. То есть внизу не буду очень подравнивать. Мне не нравится подравненное. Ну, в крайнем случае, в этом проекте. Так, может, где-то какие-то волосики подровняю и все. Ну, а хотя, может, если передумаю, подровняю все. Но пока считаю, что я так уж очень не буду подравнивать. И пришью сейчас. Вот. Эти волосики, это будет получаться задняя часть. Вот, сейчас я еще посмотрю, чуть-чуть скачу его назад. Так. Вот. И теперь берем, я не обрываю нитку, и теперь я беру этот паричок. Вот. И вот так одеваю. Одеваю и смотрю, как мне нравится. Ну, вот так, допустим. Ну, вот так где-то мне эти волосики, вот так кажется нормально. И я сейчас продолжу, сейчас немножко здесь разделю и продолжу пришивать. Пришиваю в одном месте. Я сейчас продолжаю пришивать, пришью и тогда продолжим.